Подкаст Кристалла. Сегодня мы будем делать три разных кристалла из соли, которая называется дигидроортофосфат аммония. Мы будем делать синий кристаллик, кристалл, который светится в темноте, и кристальное дерево. Мне нравится зеленый. Да, а мне синий нравится. И все ингредиенты. Посмотри, Марк, у нас есть все сосуды и колбочки. Вот здесь кристаллики соли и основа для просто кристалла. Сейчас мы все это откроем. У Марика две чашечки. В одной чашечке мы будем растить светящийся кристалл, а в другой чашечке мы будем растить синий кристалл. Это основа для моего кристалла. А в это время я открою вот этот мешочек, и сейчас мы его зальем горячей водой, да? Мы должны его залить кипятком, потому что при такой температуре 100 градусов лучше всего растворяются эти кристаллы. Марик, нам нужно 200 мл горячей воды, чтобы растворить все эти кристаллы. В одном из предыдущих видео мы уже выращивали кристаллы. Вот что у нас получилось. Но эти кристаллы не такие большие, поэтому мы решили повторить этот эксперимент, и мы хотим увидеть, что же получится. Да, Марик? Мы построим вот это маленькое дерево. Дерево для выращивания кристаллов. Сейчас мы будем наливать раствор в эти чашечки. Это основа для синего кристалла. А, какие красивые! Нам нужно эти растворы оставить в темном тихом месте при температуре больше 20 градусов. Выйдем сейчас пару дней. Готовы. Мне кажется, что в этот раз у нас получились просто обалденные результаты. Точно можно сказать, что дигидроортофосфат аммония – это хорошая соль для роста кристаллов. Вот этот кристалл мне очень понравился, у него очень хорошая основа, которая светится в темноте. И наш кристалл здесь, посмотрите, нужно очень-очень мало света, чтобы он начал светиться. Теперь у меня есть два новых кристалла. Да, это очень прикольное занятие. И мне тоже очень понравилось, потому что такие кристаллы растут в природе. И у нас теперь тоже есть такие кристаллы. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайк. Пока! Пока, до скорых встреч!